Нахожусь в Бурятии, и тут вот такой вот предмет. Кто знает, что это такое? Для чего это? Напишите комментарии. Увидел это впервые. Довольно-таки интересно. XIX век до сих пор работает. Очень острый. Сталь тут качественная. До сих пор используется. Да, до сих пор в быту. Ну, сейчас не используется, когда возможность появляется использовать.